Международные новости на UN One. Пока украинцы готовятся к выборам президента, назначенным на воскресенье 25 мая, жители 28 стран Европейского Союза уже в четверг 22 мая начнут избирать новый состав Европарламента. По прогнозам аналитиков, хороший результат покажут националистические партии, занимающие жесткую позицию по вопросу иммиграции. По данным соцопроса Poll Watch, около четверти мандатов в Европарламенте получат партии, выступающие против ЕС. Это почти в два раза больше, чем они набрали на выборах в 2009 году. Во Франции хороший результат прогнозируют крайне правой партии «Национальный фронт» во главе с Марин Ле Пен, дочерью основателя этой политической силы Жан-Мари. Соцопросы свидетельствуют о том, что настроения французов очень изменились. Ле Пен пообещала избирателям сократить количество иммигрантов на 5%, выйти из еврозоны и создать новое министерство по делам иммиграции и секуляризма, дабы помешать исламизации Франции. Ле Пен рассчитывает на то, что по итогам выборов количество мандатов партии в Европарламенте вырастет с 3 до 20, и «Национальный фронт» присоединится к политическому блоку евроскептиков. Европейский альянс за свободу. Она никогда не выступит с антисемитскими заявлениями, в отличие от отца. Она женщина другого поколения, которая не ностальгирует по Второй мировой войне и никогда не приступит к красную черту. Я имею в виду антисемитские высказывания. Более того, она умеет преподнести свои идеи так, чтобы они выглядели как демократичные. Согласно соцопросам, из всех британских политсил наибольшего успеха на предстоящих выборах в Европарламент добьется партия независимости Соединенного Королевства во главе с харизматичным лидером Найджелом Фараджем. Примечательно, что в последнее время рейтинг партии вырос настолько, что уже в 2015 году она, скорее всего, пройдет в британский парламент. «Двери для иммигрантов должны быть закрыты» — таков главный лозунг политсилы на этих выборах. Причем это ограничение распространяется и на граждан 28 стран, входящих в ЕС. Мало кто знает, что Великобритания — самая густонаселенная страна Европы. В последнее время в Британию эмигрирует слишком большое количество людей, и зачастую у них нет возможности быстро ассимилироваться в нашем обществе. Но это не значит, что мы не хотим помочь этим людям. Великобритания просто не справляется с потоком иммигрантов. Их стало слишком много. Партия независимости Соединенного Королевства заняла жесткую позицию в отношении иммигрантов. Ее агитационные плакаты пестрят заявлениями о том, что приезжие отбирают у британцев рабочие места. А недавно глава партии Найджел Фарадж оказался в центре скандала, когда заявил, что британцев вряд ли обрадует мысль о возможном соседстве с румынами или иммигрантами из других стран Восточной Европы. По мнению экспертов, результаты выборов в Европарламент могут привести к серьезным изменениям в политическом ландшафте не только Великобритании, но и Франции, а также затронуть политическую жизнь и других стран ЕС.